Assassin's Creed – игра, которая дала старт большой франшизе видеоигр, положила моду на белые худи и паркур, и убила другую значимую серию интерактивного развлечения – «Принц Персии». Давайте сейчас о ней и поговорим. Не знаю, во что все это выльется, в единичный ролик или же это будет долгий рассказ, но так или иначе, на мониторе у вас Assassin's Creed, а в ушах ваш друг Брен. Добро пожаловать и приятного просмотра. В этом ролике я не буду говорить, что ассасины родились из принца Персии, и при перерождении фэнтезийная сказка обросла научно-фантастическим мхом. Я также не буду полчаса перемалывать факты о том, что Assassin's Creed – это всего лишь технодемка, и на моменте производства из игры были вырезаны некоторые механики, которые мы с вами увидим в следующих частях. Скажу я лишь то, что первая часть была очень репетативной. Настолько, что становится скучно выполнять однообразный сбор информации о цели, и хочется ее поскорее убить. А собирать флаги, местные коллекционные предметы, которых, кстати, 420 штук, занятие неблагодарное. За сбор всех флагов нам лишь помашут писей перед носом. Но зато мы вдоволь полюбуемся видами Иерусалима или Акры. Давайте уже перейдем к нашему пациенту. Игра встречает нас синематиком, который в полной мере рассказывает, чем нам придется заниматься на протяжении всей игры. А то есть убивать, бегать от стражи и прятаться в толпе. Да у нас тут социальный стелс-экшен. После синематика мы попадаем в странное место, в котором в роли Альтаира, ассасина из времен крестовых походов и главного героя игры, мы переживаем трип второго главного героя, Дезмонда, ассасина из будущего, то есть нашего настоящего. Мы приходим в себя в лаборатории, в окружении ученого Ведика и его ассистентки Люси. Нас схватили и против нашей воли лезут к нам в мозг за воспоминаниями. Но они хотят получить память не Дезмонда, а его предка, Альтаира, благодаря машине под названием Анимус. Но доступ к нужному участку памяти недоступен, из-за того, что Дезмонд отторгает память предка. А поэтому нам нужно синхронизироваться с Альтаиром и пройти весь его путь. Также хочу обратить внимание на то, что игра делится на два участка. С одной стороны, это социальный стелс-экшен, где мы в роли Альтаира убиваем людей, а с другой 3D-визуальная новелла, где мы в роли Дезмонда собираем информацию о мире. Через диалоги или электронные письма нас погружают в анимус и начинают этап синхронизации, что является обучением. Люблю, когда обучение в играх так филигранно в них вписываются. После обучения мы в теле Альтаира попадаем в ближайший стабильный участок памяти. Нихуя себе, блядь! Где наш ассасин со своими братьями выполняет задание, данное им их магистром, Аль-Муалимом, по поиску некого сокровища. И во время этого задания Альтаир сильно косячит, нарушая три главных правила кодекса ассасинов. Убил невиновного старика, открыл себя до того, как нанес удар, и этими действиями навлек беду на братство. Обвал отрезает нас от наших братьев, и мы спасаемся бегством. В крепости ассасинов нас встречает наш учитель, и он очень недоволен тем, что мы облажались. Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание, важнее которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями. Но тут Малик, один из ассасинов, что был с нами, приносит артефакт, за которым нас посылали. Но помимо артефакта, он привел за собой людей Робера де Сабле, того лысого рыцаря, которого мы встретили в пещере. Магистр ассасинов решает дать отпор, но не силой, а хитростью. Мы с двумя братьями выходим на помост башни и совершаем ритуальный прыжок веры, чтобы убедить, что в нас нет страха перед смертью. Но все это лишь фокус. Внизу нас ждет не рай и 40 девственниц, а сток сена, который смягчает падение. Но одного из наших братьев это не уберегает от перелома ноги. Моя нога! Когда-то и меня вела дорога приключений. Мы проходим над рекой и скидываем бревна на головы армии Робера де Сабле. И одним этим действием выигрываем бой. После осады магистр Аль-Муалим все же отчитывает нас за проступок в пещере и наказывает нас ножом. После проникновения инородного тела в брюшную полость Альтаира нас выкидывает из анимуса в настоящее. И уже в роли Дезмонда мы можем послушать разговоры Люси и Ведика. Суть их спора в том, что Люси против жестких методов Ведика, а он в свою очередь угрожает ей тем, что она закончит так же, как Лейла, ее подруга. Заносим информацию про Лейлу в память. Выйдя в коридор, нас посылают отдыхать, а на следующее утро нас ждет первый контракт. Кстати, держит нас в плену некая фармацевтическая корпорация Абстерго, но из разговора Люси мы можем понять, что они не только пилюльки делают. На следующее утро мы просыпаемся под пристальным взором деда.
А я знаю, что ты дрочишь. Ложимся в анимус и проникаем в память об Альтаире. Альтаир оказывается перед Аль-Муалимом. Живой и здоровый, несмотря на дырку в боку. Нас деранкают и отнимают все снаряжение. И дают задание на вычисление предателя в стане ассасинов. В данный момент начинается обучение по сбору информации о цели. Сбор информации заключается в выполнении квестов в том районе города, где находится наша цель. Мы можем подслушивать разговоры, красть письма и допрашивать глашатаев. Также в дальнейшем появятся задания, завязанные на помощи информаторам. Они представляют из себя задания на время. Убить энное количество человек за энное количество времени. Или же пробежать от точки А в точку Б, также за определенное время. Мир и покой тебе, Альтаир. Полагаю, ты ищешь информацию о Тамире? Боюсь, мне нечем тебе помочь. Но Бахир может что-то знать. Он должен быть где-то поблизости. И все это нам предстоит делать на протяжении всей игры, вплоть до самого финала. И это скучно. Скучно настолько, что впервые я прошел игру после Бразерхуда. Проделав все действия в деревне, мы приводим предателя к магистру ассасинов. И тот заканчивает его, проткнув мечом вдоль. И вручает нам этот самый меч в знак нашего повышения и награды. Также в награду нам возвращают скрытый клинок, символ всей серии и влажная мечта каждого фаната игры. Влажнее даже, чем белая худи с капюшоном, скрывающим лицо. Итак, нас отправляют в Дамаск, забрать жизнь местного торговца по имени Тамир. Выйдя за пределы деревни, нам открывается большая, но пустая на игровые события местность, необходимая только для перемещения между городами. Пройдя к точке назначения, нам необходимо пробраться в город. Но просто так нас не пустят, так как ворота в город охраняются стражниками. Тут у нас появляется три варианта. В первом нам предлагают спасти горожанина, который в благодарность расскажет о нашем добром поступке своим друзьям-монахам. И те окажутся нашей маскировкой. В этом и проявляется социальный стелс в смешении с толпой. Во втором варианте мы можем просто перерубить всю охрану и спокойно зайти в город. Но для акробатов есть отдельный способ. В каждый город можно скрытно пропаркурить через балки либо железа, которые стоят возле стен. Стоит только внимательно посмотреть. Итак, мы в городе. И первое, что нужно сделать, это собрать информацию о цели. Для этого нужно осмотреть город с высоких точек, используя способность Альтаира «Орлиное зрение», открывая точки интереса, будь то сбор информации или помощь жителям. За помощь вторым нам будут открываться либо монахи, играющие роль передвижного укрытия, либо же уличные наблюдатели. Эти ребята помогут нам избавиться от преследования. Погуляв по городу, мы собираем всю нужную нам информацию. Тамир торгует оружием, и сегодня на рынке у него намечается важная сделка. Он будет весь в работе, что и позволит нам нанести удар. Придя на рынок, мы наблюдаем картину, как Тамир жестко расправляется со своим работником за то, что тот не успел вовремя справиться с задачей, нанеся ему 28 ударов ножом, и оставляет его отсыхать в фонтане, в назидание всем. Мы наносим удар, когда Тамир начинает орать на продавца. После удара в шею, Тамир начинает исповедоваться Альтаиру. Мне вообще похуй. Он утверждает, что он лишь часть большого механизма. И что его братьям не понравится то, что мы сделали. Это заставляет задуматься. Теперь пора уносить свои ноги от стражи. Ибо после убийства весь город стоит на ушах. А стражники при одном нашем виде начинают щекотать нас своими мечами. Возвращаемся в бюро и докладываем об успешном выполнении контракта. И нас отключают от анимуса. Нас отправляют отдыхать. И пока никто не видит, мы можем почитать имейлы Люси. Она взволнована после слов Видика про Лейлу, так как это была ее подруга. И пытается узнать подробности о ее смерти. Мы идем в свою комнату и ложимся спать. На следующее утро нас опять будет этот мудак. Ой, простите, Видик. Он ведет с нами беседу о разложении общества. И о том, что он, а точнее Абстерго, желает устроить мир и дать просветление людям. Мы возвращаемся в анимус и переносимся в Масиаф. Аль-Муалим доволен. Отлично, Альтаир. И повышает нас, возвращая нам еще часть нашего снаряжения. И открывая способность контратаки, которой мы будем пользоваться в битвах до конца игры. И вот в таком темпе, как описано выше, проходит вся игра. Получаем контракт, ищем информацию, убиваем цель, возвращаемся в Масиаф, повторить 9 раз. И все это нагоняет какую-то тоску, что ли. Кажется, что разработчики могли бы сделать лучше, но сроки и неизвестная серия игр просто не позволила им сделать этого. Следующая наша цель – доктор и лидер ордена госпитальеров Гарнье де Наплус, обитающий в своей крепости в Акре. И ближайшая аналогия с представленным образом в игре –
это доктор Менгеле. Наша цель проводила опыты над пленными, рабами и отбросами общества. Но стоит также сказать, что некоторых из них он действительно излечивал. И большинство из них становилось частью его армии. Придя в его крепость, мы становимся свидетелем побега одного из его пациентов. Он против такой медицины и угрожает, что сбежит еще раз, и доктору его не остановить. Верните его в палату! Я приду, как только обойду остальных! Ты не удержишь меня здесь! Я снова сбегу! За что тот лишается обеих коленных чашечек. Во время осмотра пациентов доктор получает скрытым клинком в шею. И мы слушаем его исповедь. Он готов отойти на тот свет, но он на самом деле беспокоится за своих подопечных. Он и вправду верит в то, что он помогает им. Может, он и не безумец вовсе. Но так или иначе, контракт выполнен. Возвращаемся в Масиаф и докладываем о проделанной работе. Но Аль-Таира терзают сомнения по поводу своих целей. Он начинает задавать вопросы. А Аль-Муалим дает ответы. Пока что дает. Магистр развеивает мысли Аль-Таира о том, что доктор действительно помогал своим пациентам. Аргументируя это тем, что Гарнье использовал травы, притупляющие разум и волю человека. Третья наша цель – Талал, работорговец из Иерусалима. Он собирает людей на своем складе и отправляет их к Гарнье на опыты. Также в этом городе мы встретим Малика, того ассасина, что был с нами на задании в пещерах. Ввиду своей травмы, а именно потери конечности, он стал управляющим местным бюро ассасинов. И он довольно холодно настроен по отношению к нам. Но со временем он поменяет свое отношение. Придя на склад, попадаем в засаду. Самоуверенный Талал, в надежде, что его люди справятся с нами, сам пропускает нас к себе поближе, что и стало его роковой ошибкой. Во время традиционной исповеди Талал поведает нам о неком братстве. И он утверждает, что он спасал, а не губил рабов. И опять же он в этом беспрекословно уверен. После убийства пробираемся в бюро, отчитываемся перед Маликом. Он оказывается не совсем доволен тем, что весь город знает о том, что мы сделали. Талал мертв. Да, я знаю, знаю. На самом деле весь город это знает. Ты забыл, что такое утонченность? И на этом моменте нас отключают от анимуса по причине его перегрева. Ведик, как обычно, орет, а нас, как обычно, отправляют спать. Перед сном мы говорим с Люси. И из диалога узнаем, что Ведик спас Люси жизнь. Он следил за ее работой еще во время ее аспирантуры. И он единственный, кто поверил в нее и пригласил на работу в Абстерго. Она работала над проектом Анимус. После рассекречивания проекта Анимус за Люси пришли трое агентов Абстерго, чтобы навсегда ее заткнуть. Но в эту ситуацию вмешался Ведик и помешал им. После мы идем в свою комнату и обнаруживаем, что до нас тут кто-то побывал. Находим код доступа от своей комнаты. Теперь мы имеем возможность выходить наружу для сбора информации. Конкретно в данный момент мы можем узнать более подробно о смерти Лейлы. Нас, как обычно, будет Видак, но необычайно радостный. Читает нам лекцию о величии Абстерго. И о том, что Абстерго ничего не изобретает, а лишь находит. Говоря загадкой, что это все от тех, кто пришел раньше. И просит нас лечь в Анимус. Загрузившись в сознание Аль-Таира, мы стоим перед магистром. Он снова доволен и повышает нас, вручая нам наше снаряжение. А именно усиленную перчатку, благодаря которой мы можем хвататься за уступы при падении и выходить из захватов противника. Также нам открывается Fast Travel, что экономит кучу времени. Направляемся в Дамаск, где находится четвертая цель – Абу Аль-Нуквот. Местный король-купец и казнократ, которого все презирают, но боятся. В данный момент он устраивает праздник в своем дворце. И это лучший момент для того, чтобы нанести удар. Прокравшись на место пиршества, мы наблюдаем очередное выступление нашей цели. Этот жердяй с жировиками на лице приветствует гостей и всячески их лелеет. Но в один момент начинает их всех корить за то, что они презирают его за спиной. Но принимают его вино и еду. За то, что те спонсируют войну, не понимая, кто ее ведет и для чего. Тут и появляются первые жертвы. Вино было отравлено, а лучникам и страже дан приказ убивать всех, кто попытается бежать. Мы прокрадываемся на его балкон и наносим удар. Во время исповеди Нуквот говорит, что не поддерживает Салах ад-Дина, но так и не говорит, кого именно он поддерживает. Говорит лишь, что цель его братьев и ассасинов едина, но Аль-Таир этого еще просто не знает. Также хочу заметить, что по своим повадкам, то, как он гладит своего телохранителя, и то, что Бог называет его отвращением... Как я мог финансировать войну во славу того самого Бога, что называет меня мерзостью?
Можно предположить, что он гомосексуал. Но это не точно. С боем прорываемся в бюро, а оттуда отправляемся в Масиаф. Аль-Муалим в очередной раз хвалит нас. Аль-Таир, в свою очередь, начинает сомневаться, что убивает тех, кого нужно убивать. Но магистр оставляет вопросы Аль-Таира без ответа. Но так или иначе нас повышают и вручают нам новые сапоги. А вместе с ней новый навык, благодаря которому мы можем уклоняться от атак противника. Следующая цель, Вильям Монферрат, ждет своей судьбы в Акре. Отправляемся туда и собираем сведения о цели. Выясняем, что он владеет большим войском. И правит в Акре за место короля Ричарда. И Монферрат не очень-то и ладит с королем. И сегодня король, как обычно, будет на него орать. Из-за этого Монферрат будет лично проводить поучительные беседы со своими солдатами. Вы все говно! Мы все говно! Для того, чтобы выпустить пар. В этот момент мы и ударим. Приходим к замку и наблюдаем выезжающего на коне короля и Вильяма. Ричард ругает его за то, что тот предположительно казнил 3000 пленных сарацинов, утверждая, что это повергнет в ужас врагов. Но на самом деле это обрезает любую возможность на перемирие. Ричард уезжает, а Вильям идет к своему войску. Пролазим через стены к тренировочной площадке. По пути убиваем лучников, чтобы не мешали. И спрыгнув с опоры, протыкаем Вильяма. Вильям при смерти говорит нам, что он не желал никому зла, а лишь правил твердой рукой. Отнимал еду он лишь для того, чтобы сохранить ее на случай голода. И в дальнейшем кормить народ. Гнал людей в армию, но обучал лишь порядку и дисциплине. С каждым убийством все страннее и страннее. Возвращаемся в Масиаф и начинаем требовать ответы от Аль-Муалима. И все-таки получаем их. Мы узнаем, что все цели – тамплиеры. Non nobis domine, non nobis. И цель у них – получить власть над миром. Мы снова повышаем свой ранг и получаем новое снаряжение. Эй, псс, парень, хочешь стать настоящим ассасином, но не знаешь, что для этого нужно сделать? Чтобы стать частью нашего братства, тебе достаточно соблюдать три правила кодекса. Первое – поставить лайк этому видосу. Второе – подписаться на канал. И третье – ударить в колокол. И тогда наше братство будет расти, а мне будет очень приятно. Наша следующая цель – Иерусалим. Но не сам город, его мы брать не будем. Мы будем брать жизнь Мажда Адина. Он любит устраивать казни. Он наслаждается тем, как его боятся. И считает себя чуть ли не богом. И сегодня намечается одна из таких казней. И на ней будет один из членов братства ассасинов. Но он будет не помощником в убийстве Маждадина, он будет жертвой. И его нам нужно спасти. На месте проведения казни появляется наша цель. Он толкает свою речь о том, что он спасет всех от врагов, внешних и внутренних. На него пытаются совершить нападение, но их быстро убивают. А мы же, в свою очередь, убиваем Мажд-Адина. На исповеди он говорил, что хотел власти, а потому и примкнул к тамплиерам. Убивал просто потому, что мог. И здесь я никакой двойной морали не нашел. А потому и вопросов никаких не возникает. После того, как мы скрываемся от погони, нас отключают от анимуса. И мы узнаем, что за нами идут ассасины. А мы в плену у тамплиеров. Абстерго организовано тамплиерами для контроля мира. На следующее утро мы встаем сами, без вторжения в нашу комнату безумного деда. Он просто стоит и смотрит в окно, с чашкой кофе в руках. Пользуемся моментом и воруем его ручку. Они здесь представляют собой ключи доступа. И снова загружаемся в сознание Аль-Таира. Он снова задает вопросы Аль-Муалиму про мотивы своих целей. В ответ мы слышим, что им нужна власть. А сам магистр держит в руках не что иное, как частицу Эдема. Яблоко. Тот самый артефакт, что Малик добыл в пещерах. Благодаря этому артефакту можно контролировать разум людей. В честь повышения нам выдают новый меч и способность пробивать блок противника. Снова отправляемся в Дамаск. Там своей участи ожидает Джубаир. Ученый, собравшийся сжечь все учения, свитки, книги, все, что было написано на пергаментах, лишая горожан всех иных знаний, кроме нужных тамплиерам. Прибыв к месту сбора Джубаира и его последователей, застаем сцену сожжения книг. Но один из его людей заступается за книги. Ты так любишь свои драгоценные записи? Ты бы сделал все ради них? Да, да. За что разделяет их судьбу. После этого нам нужно найти на улицах среди учеников самого Джубаира и насадить его на клинок. Во время исповеди Аль-Таир объясняет, что он его убил за то, что он решал за других. Что нужно знать,
а что не нужно. В свою очередь Джубаир упрекает Альтаира, что он сам как книга, что противоречит знаниям Альтаира, а потому он и заткнул его. Вернувшись, мы общаемся с магистром на предмет причастности Джубаира и Сибранда, нашей следующей цели, к делу тамплиеров. Он объясняет нам, что убрав их, мы делаем тамплиеров слабее, благодаря тому, что те теряют контроль, и дергать за ниточки становится сложнее. Альтаир начинает понимать, почему тамплиеры враги. Потому что ассасины хотят показать мир людям, а тамплиеры хотят навязать его. После беседы получаем новый кинжал и еще больше метательных ножей в сумку. Снова наш путь лежит в Акру. Здесь мы охотимся на Сибранда, лидера тевтонских рыцарей. Он управляет портом Акры, подмял под себя все корабли. У кого надо, забрал. Кто не отдавал, того убил. Также сложность в том, что он в курсе о нашей близости к его жопке. Прибыв в порт, мы наблюдаем картину, как Сибран донимает монаха, лишь за то, что он одет в белые одежды, и в конце концов убивает его. После этого он спешно следует на свой корабль. Убиваем его, пока он от нас убегает. Во время исповеди он говорит, что ему страшно. Страшно умирать, так как он знает истину о мироздании, и ждет его не райские кущи, а лишь тьма. Но все же он рассказывает свою роль в планах тамплиеров. Он устраивал морскую блокаду, для того, чтобы король не смог отправить подкрепление, когда тамплиеры начнут освобождение Святой Земли от тирании веры и насильно даровать людям свободу с помощью яблока. Скрывшись в бюро от преследования, нас снова отключают от анимуса. И наблюдаем, как Ведик общается со своим начальником и уходит. Этим. А когда закончите? О нем позаботятся. Мне нужен отчет от вас завтра утром. Мы общаемся с Люси. Она рассказывает нам, что Абстерго ищет яблоко, чтобы получить контроль. На следующее утро нас в очередной раз будет старикан. Дезмонд беседует с Ведиком о том, что он не понимает, почему все, что он видит, не сходится с тем, что он знает. На что получает логичный ответ, что книги написаны людьми, а люди имеют свойство лгать. В очередной раз ложимся в анимус и попадаем в сознание Альтаира. Альтаир разговаривает со своим учителем. Аль-Муалим говорит, что разделяет цели нашей следующей жертвы, Робера де Сабле, но не согласен со способами их достижения, а потому он должен умереть. Нас повышают в последний раз и посылают в Иерусалим. В Иерусалиме намечаются похороны Машт-ад-Дина, и тамплиеры во главе с Робером приехали почтить его память. Во время разговора с Маликом он прощает нас за наши косяки, так как Альтаир изменился, он уже не тот безрассудный воин, а обремененный мудростью и знаниями член братства. Придя на кладбище, мы застаем похоронную процессию. На ней присутствуют тамплиеры с якобы Робером. Этот человек замечает нас и начинается бой. Одержав верх над тампонами, мы срываем шлем с человека, с которым мы сражались. Это оказывается Мария, тамплиер и будущая жена Альтаира. Она говорит, что они знали, что Альтаир придет. И Робер скрылся. Он уехал в Арсуф для того, чтобы объединить крестоносцев и сарацинов против общего врага – ассасинов. Так как все цели, которых мы ликвидировали, были по обе стороны, и обоим были полезны. Мы отпускаем Марию и направляемся в бюро. Говорим с Маликом. Он хочет, чтобы мы немедленно отправились к Аль-Муалиму. Но мы не будем терять время, поэтому посылаем Малика в Масиаф, а сами едем за головой Робера де Сабле. Следующая остановка – Арсуф. Приехав в Арсуф, пробиваемся через солдат. И попадаем на аудиенцию к королю Ричарду. Заявляем, что Робер де Сабле предал его. Он нам не верит, но верит Богу, а потому решает устроить бой между нами и Робером. Кто прав, тот и победит. Расправившись с Робером, мы слушаем его исповедь. Он говорит, что Аль-Муалим предал братство. Дело в том, что магистр был с ним заодно, но решил не делиться властью. Вот сюка! После разговора с Ричардом о целях ассасинов и о мире во всем мире, нас отключают от анимуса. Видик дает нам послушать звуки боя, доносящиеся из коридоров Абстерго. Похоже, нас нашли твои дружки-ассасины. Ассасины начали штурм, но всех их перебивают. Видик отправляет нас спать. Разговариваем с Люси. Она соболезнует нам, но говорит, что родители Дезмонда в порядке и не попали в плен Абстерго. Также она показывает нам отрубленный палец со словами «Не теряй веры». Она ассасин под прикрытием.
Забавно, что при осмотре модельки палец на месте. Ночью выбираемся из своей комнаты, чтобы почитать почту. В одной из переписок Люси есть супер зашифрованное письмо. Вот прям никто не догадается, ага. Но самое интересное можно найти в конференц-зале. На этом компьютере рассказывается про частицы Эдема, артефакты и эксперименты Абстерго. На следующее утро мы снова ложимся в Анимус. И попадаем в Масиаф. Нас встречает безумный житель. Он говорит что-то про путь, про хозяина. Снова? Они прошли путем. Каким путем? О чем ты говоришь? Путем к свету. Ты бредишь. Есть только то, что показал хозяин. Аль-Муалим воспользовался частицей Эдема. И вот результат. Все жители одурманены. И даже наши братья идут войной на нас. Во время драки с ними нам помогает Малик со своими людьми. Мы посылаем его отвлекать одурманенных, а сами идем к Аль-Муалиму. Пройдя в сад, Аль-Муалим сковывает нас с помощью частицы Эдема и натравливает на нас 9 наших целей. Но все это лишь иллюзия. Победив их, Аль-Муалим создает свои копии. Перебив их, магистр откровенничает с нами. Он хочет забрать свободу у людей для достижения мира. Он рассказывает, что уже пытался подчинить нас, когда впервые показывал нам яблоко, но мы не поддались. Начинается третья фаза, в которой наш прежний учитель будет прятаться за иллюзиями. Но в конце концов, разбив их, мы убиваем его. Яблоко выкатывается из его руки. Оно начинает проецировать планету, на которой показаны другие частицы Эдема. Нас отключают. Видик докладывает об успехе своему начальству, и нас решают убрать за ненадобностью. Но за нас вступается Люси, аргументируя это тем, что Дезмонд еще может пригодиться при добыче этих самых частиц Эдема. И тут мы начинаем видеть орлиным зрением. Мы видим символы и шифры на полу. Рисунки пирамид и яблоко, масонские символы, цифры 12-21-2012, упоминание острова Йонагуни. Идем в свою комнату и наблюдаем разрисованную стену. Все это кровь. И на этом игра заканчивается. На этом заканчиваю и я. Если тебе понравилось видео, скажи мне об этом комментарием и лайком. Расскажи обо мне другу и подпишись на канал. Всего тебе приятного, дорогой друг. И до скорой встречи.